Спускайся, спускайся! Ничего особенного, ага, просто кормить, понятно. Гуляйте все, иногда. Ясно. Ну все. Здорово, спасибо большое. Удачи. Ну вообще, как чистить зубы, да я объяснила, стричь когти, вычесывать свою шерсть объяснила, чем кормить, тоже вроде сказала, про болезни говорили, да, еще в общем гулять нужно минимум 2 раза в день, лучше вообще 3, лучше 5, конечно же есть блохи, клещи, глисты, еще нужно ветпаспорт, прививки, про прививки я попозже вам расскажу. Что, это твой новый дом? Я тоже. Да, это твой новый дом. Что ты делаешь? Нет, только не на этот ковер. Мама меня убьет. Ладно, в общем, это твой новый дом. Нет, только не на диван. Я ухожу на работу и оставляю тебя одну. Ты должна вести себя хорошо, 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 хорошо. Привет, вот я и дома. Привет, как ты тут поживала без меня? Привет, я дома. Ай, какие милые собачки. Давайте познакомимся. Нас зовут София, а вас как? Дяшка. Ай, какие милые собачки. Сидеть. Лежать. Сидеть. Дай лапу. Дай другую. Лежать. Сидеть. Лежать. Сидеть. Лежать. Ложись, ложись, давай. Ложись. Ложись, говорю. Ну, ложись. Ну, да, 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 давай, ложись. Ты уже зовешь меня гулять? Отлично! Пойдем! Через полчасика пойдем погулять. Только не в мамины ботинки. Будем чистить зубки. Отлично! Стой, стой! Нет, давай, ну приоткрой немножко, пожалуйста, один раз, пожалуйста. Отлично, мы почистили зубы, а теперь пострижем когти. Другой раз почистим, давай пострижем когти. Давай, пожалуйста, ну позже. Давай, держим. Спокойно, один как это. Тихо, нет, один. Yes! А теперь расчешемся. Какая ты молодец. Да я тебя расчешу. Надо? Давай, вот так, вставай. Пойди, пожалуйста, подожди. Один раз. Yes! Это твой новый домик. Тебе нравится? Мне тоже. Классный? Твой новый домик. Тебе нравится? Ну ты что, все время будешь спать со мной? Отлично, что у тебя есть свой новый домик. Какой хороший сегодня день. Пойдем гулять без поводка. Ой, здравствуй, Нюта. Да, здравствуйте, тетя Валя. Ты что, это собачку, что ли, завела? А что за порода? Чихуа. Ой, ну хорошая. Как звать-то? Софиша. Ну, понятно, зовут. Гуляйте. Валя отсюда! Достали тут со своими шапками гулять! Весь двор уже застали! Гулять негде! Кругом говно ваше собачье! Софи, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Ко мне! Ко мне! Иди сюда! Эй! София, давай сделаем фотку для ВКонтакте! Да, мне тоже кажется, что этот корм отличный. Я купила тебе новый корм. Ну, тебе же старый не нравился, ты и старый не ела. Ой, да отлично, они даже не общаются. В доме тишина, она вообще очень спокойная. Лежит сама с собой тихонько весь день. Ну, хорошо. Эй, угомони своих лошадей, слышь, а? Как хорошо, что у нас дом не в шерсти и собака не линяет. Нет, ну пожалуйста, только не на кровать. У нас и так все в доме в шерсти. Ну пожалуйста, не делай этого, остановись, я прошу тебя, нет. Давай будем мыться. Спускайся. 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 Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.